Сегодня все стали взрослее и старше. Здесь папы и мамы волнуются наши. А школа встречает счастливый народ. Сегодня учебный начинается год. Пришел сентябрь долгожданный, для школьников особенно желанный. Ведь в школу вновь распахивает двери с любовью и особенным доверием. Сегодня в нашей школе обучается 940 учащихся. И наши ряды пополнили наши первоклассники. Посмотрите, какие они сегодня нарядные, красивые. Первый раз, первый класс. Дорогие друзья, это будущие выпускники 2032 года. Аж представить себе не представляется даже. Иду с цветами, маму за руку держу. Из-за пышного букета я дверей не нахожу. У меня в портфеле книжки, у меня в руках букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. В школе учатся всему, счету, грамоте, письму. Мы узнаем здесь немало, школа – это лишь начало. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. И у нас лежат на партах книжки, ручки, дневники. Поддержим